Пикник с четвероногим другом прошел во Владивостоке. В парке Минного городка развлечения для собак были на любой вкус. Например, док-квест, где животные с хозяевами проходили полосу препятствий. Также конкурс детского рисунка «Я и моя собака», розыгрыши лакомств и вкусных угощений для питомцев. Организовала первый собачий пикник волонтерская организация помощи бездомным животным «Друг Рич» при поддержке администрации города и творческой группы «Эдвин Групп». Мы помогаем бездомным животным стерилизациями и постоперационной передержками. Помогаем всем тем, кто помогает бездомным животным. Чтобы у нас было больше возможностей, мы могли каждому предложить бесплатную стерилизацию, чтобы там, вот, не образовывались стаи бездомных животных, мы запустили наше направление «Друг Рич Лакомство». Все продажи с этого направления идут на помощь бездомным животным. Мы покупаем высококачественное сырье, через дегидратор убираем влагу, сушим его и планируем его запустить в продажу. Вот в честь открытия сделали такое мероприятие для всех желающих, для всех людей, кто любит собак. Также гостям мероприятия накладывали аквагрим, а их питомцам чистили ушки и делали маникюр. Людей ближе к обеду угощали вкусным пловом. Все активности были бесплатные. Посетителям раздавали салфетки, пеленки для собак и предлагали зонты. Это, отметим, был самый востребованный аксессуар на пикнике. Погодные условия не смогли помешать хозяевам и их любимым питомцам посетить настоящую собачью тусовку. Хозяева и их питомцы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Например, во время забега под дождем они самоотверженно поддерживали друг друга. Такие мероприятия ярко демонстрируют настоящую дружбу людей и собак. У нас есть собачка, и мы хотели поучаствовать, пообщаться, повидаться, попробовать, познакомиться. Я думаю, собаке будет интересно моей. А уже участвовали? Нет, еще ждем очереди. Ну, интересно и собакам развлечения, и социализация для собак. Собака молодая, ей это полезно. Я очень люблю собак и давно слежу за фондом Рич. То же самое, и очень хотелось прийти сюда. Еще раз отметим, направление «Друг Рич Лакомство» – это высококачественное натуральное угощение для четвероногих питомцев. 99% прибыли пойдет на стерилизацию и передержку бездомных животных. Анна Дьякова, Олег Завьялов, новости на восьмом.